Приветствую вас, уважаемые мои подписчики и гости канала. Решил снять еще одно короткое видео о ежевике тройная корона. Двенадцатое июля идет массовый сбор ежевики тройная корона. Массовый сбор, собираем, как и всю ежевику, в шпильки, в ящички. Собираю вот на таком ящике, ставлю корзинку, ставлю шпильку сюда сверху, и очень удобно собирать. Она на уровне выше колена получается, и очень хорошо. Не надо не подвязывать, повернулся, собрал, положил. Значит, почему мы убираем этот сорт? Да, шикарный сорт, хороший, крупная ягода. Достаточно легко отрывается. Но транспортабельность желает... А вот осторожно надо собирать, потому что как бы висит спелая ягода. Механически собираешь быстро рукой, опа, а тут розовые точки с этой стороны недозрелые. То есть надо как бы все-таки очень аккуратно или быть уверенным, что срываешь спелую, или же все-таки ее крутить и смотреть, нет ли с другой стороны незрелых точечек. Потому что вот видно... Чуть-чуть розовая, она потом превращается вообще в красный. И просто среди спелых ягод, ну вот тут ни к чему не прикопаться, все идеально собрано. Ни одной розовой, ни точки, все идеально собрано. И ягода совершенно спелая и красивая. И она уже не покраснеет, и она будет лежать и день, и два, и три. Без всяких повреждений. Так вот, почему же все-таки мы ее меняем? А меняем ее потому что сегодня 12 июля, и цена на ягоду ежевики упала ровно наполовину по сравнению со серединой июня. Поэтому совершенно нету никакого смысла выращивать этот сорт в защищенном грунте. В защищенном грунте надо выращивать только сорта раннего срока созревания. Сорт тройная корона у нас достаточно морозостойкий, и в открытом грунте его можно выращивать. Выращиваем мы его без укрытия. Ну, конечно, желательно, чтобы место было защищенные от ветров. Все-таки морозы выдерживает, но сквозняки это вредит очень многим растениям. Вот карака, которую я показывал, она уже на этот момент имеет, вот она еще интенсивно растет, имеет прирост по 2 и более метра, то есть она уже к осени будет готова на замену тройной короне. А эту красавицу, значит, мы уберем. Уберем мы ее. Оставим сотенку кустов в открытом грунте. Так, чисто для коррекции, потому что реально сорт урожайный, красивый. Пусть будет. Вот. И вот рядышком растет карака Black. Посмотрите. Все плодоножки практически пустые, за исключением там немного еще висит на 1-2 сбора, но это такое, можно ее уже не собирать. Вот весь урожай отдан, урожай хороший, сильный. Ягода в июне вся ушла, когда на нее была цена.
Вот и все. Все гениально и просто. Надо садить соответствующие сорта, и тогда ваши труды будут оплачены. Вот. Все пустое. Все собрано. Ну, дальше нету смысла идти. Ну, есть тут вверху немножко это такое дело, что еще можно будет раз пробежаться, собрать. Да собрать. Вот пару красивых ягод.